Красивое завершение сезона. Мужская и женская регбийные команды «Белые акулы» взошли на пьедестал победителями в один день. Мужчины оказались лучшими на чемпионате Ивановской области. Девушки показали лучший результат в третьем туре Кубка «Золотое кольцо». В Иваново не приехала команда из Владимира, поэтому борьба развязалась среди трех команд – ивановских «Белых акул», ярославского «Флагмана» и московского «Локомотива». Первая игра у нас была с московским «Локомотивом». И первый тайм у нас выдался не очень хорошим, скажем так. Мы в первом тайме проигрывали 12-0. Вот. Возможно, это сказалось волнение. Возможно, сказалось то, что мы пригласили игроков из других команд. Во втором тайме взял характер. Вот. И в итоге мы занесли 3 попытки во втором тайме и вырвались в счете. Вторая игра с ярославским «Флагманом» завершилась со счетом 22-0 в пользу «Белых акул». Как выяснилось позже, этот тур оказался третьим и последним, а потому «Белые акулы» стали чемпионами Кубка «Золотого кольца» по итогам всех туров.